Для детей и взрослых. В Малаховке открылась современная спортивная площадка площадью 180 квадратных метров. Красную ленту перерезал глава округа Владимир Ужицкий. Это тебе. Вот так. Ура! Эту спортивную площадку жители Малаховки ждали 2 года. 4 тренажера, 2 зоны для воркаута и современное удобное покрытие. Теперь поддержать физическую форму с комфортом смогут и взрослые, и подростки. Она здесь востребована, потому что здесь и жители, и в особом частном секторе, им, по сути, пойти некуда. Это, будем говорить, то, что сегодня очень востребовано. Поэтому тут появилась площадка, где люди могут заниматься на свежем воздухе круглый год. Я думаю, что люди тогда получат удовольствие. На сайте «Добродел» за появление современного и оборудованного места для занятий спортом проголосовали 89 малаховцев. Поддержал проект депутат Мособлдумы Владимир Жук. 1% средств выделил находящийся рядом еврейский общинный центр. Мы настолько в восторге, все улицы, которые здесь рядом, потому что детям надо социально развиваться, быть вместе, маленькие, большие, девочки, мальчики, чтобы вместе общались. И мы просто очень признательны и Жуку, и нашей администрации, и Люберецкой, что вот наконец-таки это чудо произошло. Общая стоимость спортивной площадки – 1 миллион 430 тысяч рублей. В следующем году в 300 метрах отсюда появится детская игровая зона. Александр Колганов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.